Они ничего не понимают в матрицах и сопротивлении металлов. Да и вообще, от словосочетания «технические науки» их бросает в дрожь. А все потому, что они студенты гуманитарного института. И в своем деле, в литературе, филологии, истории, они лучшие. А лучшие должны быть награждены. Для этого в конце каждого учебного года и проводится торжество гуманитариев. Главный праздник гуманитарного института ТГУ. Лучшие старосты, молодые ученые, отличники, активисты студенческого самоуправления и внеучебной деятельности получили документальное подтверждение своих выдающихся успехов. Будет чем похвастаться перед родителями и чему позавидовать одногруппникам. А у тех, кто не поднялся в этот раз на сцену за грамотами и благодарностями, будет стимул активнее работать в следующем году.